В этом году площадкой для подведения итогов конкурса стала средняя школа номер один. И не случайно. Видеоролик «Откажись от наркотиков», созданный учениками этого учреждения образования, занял первое место в номинации «Лучший видеоматериал». Жюри проекта назвали творческую работу одной из наиболее достойных. Руководил процессом постановки сюжета, обработки и монтажа видеоролика преподаватель фотокружка Михаил Гойко. Мы хотели показать, насколько опасным является для молодого поколения наркотические вещества. Как можно избежать путем прямого, просто элементарного отказа от предложения попробовать впервые наркотик. В номинации «Лучший фотоматериал» все три призовые места заняла творческая группа второй гимназии, покорив компетентное жюри своим видением проблем подростков. Кстати, кроме фотографий, гимназисты также представили и видеоролик под названием «Мы за здоровый образ жизни». Главная тематика и проблематика нашего ролика была – это алкоголь. Мы против всего этого, да. И сейчас мы считаем, что это очень актуально. Вот. Мы показали, что было бы, если бы мы начинали пить с раннего возраста, и что было бы, вот. И что было бы, если бы мы этого не делали. Кто помогал в организации, да, в создании этого ролика? Нам помогали наши друзья, они снимали, а мы потом с Дашей монтировали. В проекте «Подросток. Закон. Ответственность» приняло участие около 100 учеников брестских школ. Конкурс социальной рекламы позволил детям проявить свой творческий потенциал и показать проблемы подростков через призму искусства. Приятно, что этот проект, он имеет свою популярность среди детей и подростков. Приятно, что дети видят и выражают вот проблемы своего возраста, скажем, в своих творческих работах. Вот. Ну, мы надеемся, что этот проект, он будет жить дальше, и он покажет еще больше результаты. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хруч, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».